45-й мировой чемпионат World Skills Russia 2019 завершился. От церемонии закрытия и улови нашей сборной Юлия Важенина. 4 дня, 63 страны, более 1300 участников, 7 терабайт интернет-трафика. Так выглядит мировой чемпионат в цифрах. Молодые профессионалы со всего мира боролись за шанс выиграть медаль в одной из компетенций. Все дни соревнований на площадках направлений кипела работа. От столярного дела до флористики, от парикмахерского искусства до электроники, от кузовного ремонта до хлебопечения. Лучшие из лучших в своей стране соревновались в 56 компетенциях. Готовиться к чемпионату участники начали еще 5 месяцев назад. На базе учебных заведений страны они оттачивали свое мастерство. Например, в столице Чувашии тренировались участники национальной сборной по компетенциям кондитерское дело и электроника. Требования к организации чемпионатных площадок у нас очень высокие. Мы используем только современное, наиболее актуальное оборудование и расходные материалы. И, соответственно, если мы здесь работаем, это говорит о том, что все есть. Чтобы соревнования прошли на высоком уровне, участники, организаторы и волонтеры всегда должны были быть на связи. У оператора чемпионата компании «Мегафон» уже есть опыт эффективных технических решений по обеспечению крупных международных событий, качественной мобильной связью и интернетом. «Мегафон» инвестирует значительные средства в строительство и модернизацию сети, приобретает частотный ресурс. Благодаря этому третий год подряд компания получает статуэтку лидера международного сервиса «Спид-тест» за самые высокие скорости мобильного интернета. Мы действительно признаны во всей Российской Федерации самым быстрым оператором с точки зрения скоростей. Мы являемся обладателями самого широкого спектра в Российской Федерации частотного. Особая цель «Мегафона» на мероприятии – знакомство с молодыми специалистами цифровых профессий будущего. Поддерживая чемпионат, компания приглашает участников на стажировки. Специально для стимулирования цифровых стартапов и перспективных специалистов в «Мегафоне» создана технологическая песочница, куда принимаются самые интересные проекты и идеи. Наша компетенция привлекательна тем, что в нее входят практически все IT-компетенции данных площадок и данного WorldSkills по профессии, потому что здесь у нас и аналитика, они должны анализировать то решение, которое необходимо разработать для компании. Второе, они должны разработать мобильное приложение, они должны разработать приложение десктопное. После полученных навыков данной компетенции они могут пойти не только в компанию работать, но и любое государственное либо частное предприятие, где можно решать любую автоматизированную проблему. Соревновательные дни позади, но участники сделали все от них зависящее, чтобы получить заветную медаль. 14 золотых, 4 серебряных, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм. Таков улов национальной сборной России. За высшее мастерство отметили и участника из Чувашии Евгения Краснова. Таким образом, команда нашей страны обеспечила себе второе место в медальном зачете. Первая досталась сборной Китая, третья – Южной Кореи. Следующий чемпионат мира World Skills Competition пройдет в Шанхае в 2021 году. На закрытии церемонии Россия передала флаг эстафеты мирового первенства Китаю. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика из Казани.